сегодня мы будем праздновать 50 лет компании в мире и 20 лет в Украине. Сегодня мы на сцене увидим более 100 новых частников с вещейками от $1000. И я думаю, что вы сейчас увидите масштаб, крутое просто событие. Наверное, это не удивление, потому что сейчас на нашем же мероприятии более 1000 людей собрется в этом прекрасном здании. Ну и сейчас мы узнаем компании, Oriflame нашей команды приоритет, какие же основные пункты для достижения наших целей. И сейчас я возьму интервью каждого директора нашей прекрасной команды. Общаться со
сегодня с $1000 как минимум. Спасибо. Мне жарко не только на улице, но и в компании Oriflame, ведь мы сегодня празднуем наш банкет. Так, и мы видим нашего директора Наташу Савуляк. Наталочка, скажи, пожалуйста, вообще какая твоя история успеха, как ти прийшла в компанію? Прийшла в компанію, я через інтернет запросила мене людина, яка запросила мені про можливості. Зараз я знаходжусь на банкеті директорів, я є директор сама, я підприємець. Я мама двох дітей, прийшла сюди з декрету. Побувала в Анталії, побувала в Єгипті за кордоном, получила свої 1000 доларів премії. Загалом мене все задовольняє, я дуже люблю цю роботу, запрошую вас в компанію. Наташ, скажи, пожалуйста, які основні дії ти посоветуєш новичкам? Що потрібно робити? Ну, загалом наші три прості дії для виконання, думаю, кожен з нас може їх повторити. Це надання інформації, це навчання обов'язково і це створення товарообігу для компанії. А якщо ви хочете результату, щоб він у вас був, обов'язково ці дії повинні бути системні, ваша робота має бути спланована і ці дії мають виконуватися кожного дня. Спасибо, Наташ, желаю тебе успеха і нових звань на следующем банкеті директоров. Дякую. Нам сегодня 50 лет, и, конечно же, это говорит о том, что эта компания международна и надежна. Конечно же, компании 20 лет именно в Украине. Это говорит о том, что уже 20 лет каждого года мы приезжаем сюда с новыми и новыми званиями. А сейчас наша команда «Приоритет». Так, ребята, ну сейчас хочу взять интервью в наших мега-лидеров, которые сегодня заберут самый большой чек именно с нашей команды «Приоритет» Ярослава и Иры Тукала. Ирочка, пожалуйста, скажи, пожалуйста, вообще какая твоя история, коротко, и какие действия нашим новичкам посоветуешь? Прийшла в компанію, будучи в декреті, прийшла по списку знайомих і почала діяти. Мені дуже подобалися ці перспективи і я начала действовать с помощью интернета, с помощью списка знакомых. Сейчас уже побывала в более чем 3 страны мира. Получили премию 1000, 1500, 2000 долларов. И $3000 частные предприниматели. Работаем вместе с мужем. Я в компании Oriflame благодаря своей супруге. И благодаря своей супруге я нахожусь на таких шикарных мероприятиях. Также я вместе со своей супругой путешествую. Раньше, честно я вам скажу, я не верил в этот бизнес, да, но сейчас я увидел здесь реально большие деньги, хорошие премии, хорошие подарки, такие как автомобили, много путешествий и вообще просто суперский коллектив. И посмотрите, каждый бы хотел в таком коллективе работать и сотрудничать. Ребят, еще посоветуйте людям, нашим партнерам, которые вторые половинки не верят, вы же работаете вместе. Что им нужно делать, чтобы их половинки присоединились, как вы вместе работаете? В первую очередь присоединиться к нам. И хочу сказать, очень важна вера в себя, очень важна поддержка родных людей, очень важна вера в компанию, вера в продукт, очень важна поддержка команды, поддержка вашего спонсора. И честно сказать, многие мужчины против, да, но мой был тоже против. Я вначале, когда мне Ира только предложила, я в это все не верил, я сомневался, честно скажу, не верил, да? Поэтому мужчины... Да, просто надо попробовать, проверить и не сомневаться. И поддерживайте мужчины своих, все. Лучше не думать, а проверить самому. Так, ну, ребята... Всем успеха, присоединяйтесь к нам. Ребят, ну, мы вас ждем на этом мега-событии на следующий год уже в нашей команде. Успешный приоритет. Ребят, какая самая лучшая компания? Нашим мега-мероприятием именно от компании Oriflame на банкете директоров. Ребят, мы вас на следующий год ждем именно здесь. И именно как минимум с премией $1000. И верьте в себя, верьте в команду, в компанию. И я уверена, что у каждого из нас все получится. Действуйте, и в следующем банкете мы встретимся. До скорых встреч!